Здравствуйте, любите, дорогие подруги! С вами Марина Родионова, источник любви, радости и вдохновения. Я сегодня такая радостная и счастливая, потому что я нахожусь на берегу Индийского океана, которая такая мощь за мной нереальная. И мы сегодня с вами говорим про стихию вода. Водичка в нашем теле – это вторая чакра. Находится она ниже на два пальчика пупка. Для женщины она отвечает за сексуальность, за гибкость, за мягкость в характере. А божественное качество водички – это бессмертие. Это идет и успех, удача в делах. Если мы рассматриваем, как я вам рассказывала, да, что наше тело – это звезда. Если мы рассматриваем наше тело как звезду, водичка у нас находится в левой ножке. То есть, делая практику, вы вдыхаете через левую ножку водичку, визуализируя вот эту вот поверхность необъятную, которая за мной находится, да? То есть вы берете, вдыхаете мысленно, как бы через левую ножку, делаете вдох, остановка в сердце и выдох в теле, водичка. Водичка снаружи, вдох. Водичка внутри, выдох. И еще раз. Водичка снаружи, вдох. Остановка в сердце и водичка внутри, выдох. И сейчас мы с вами будем присоединять качество воды. А вы проговариваете именно те качества, которые вы хотите. И вдохи, выдохи делаете самостоятельно, через рот. Итак. Интуиция. Вдох. Выдох. Воображение. Вдох. Внутри тела. Выдох. Контроль за эмоциями. Вдох. Пауза. Внутри тела. Выдох. Сексуальная энергия. Вдох. Внутри тела. Выдох. Подсознание. Вдох. Внутри тела. Выдох. Молодость и коррекция фигуры. Вдох. Внутри тела, выдох. Трансформация, вдох. И внутри тела, выдох. Самопрограммирование, вдох. И внутри тела, выдох. Сегодня я хочу вам дать домашнее задание. Поскольку энергия воды – это очень мощная стихия самопрограммирования, то напишите себе самопрограмму из всех слов, которые вы сегодня вдохнули. Присоедините это к себе. И еще добавьте любые те слова и нарисуйте себе ту картинку жизни, которая вам интересна и важна. Сядьте и пропишите. Потом вы можете наговорить это на телефон, на диктофон, наушники или дома в метро где-то. Вы постоянно это слушаете, постоянно программируете себя, программируете. Потому что подсознание наше, это оно может все. И вот эта образность водички, ее гибкость, плавность, текучесть, она тоже может все. И для того, чтобы познакомиться с этой стихией, очень глубоко прочувствовать это. У нас бывают тренинги, семинары, мастер-классы, вебинары. Пожалуйста, если кому-то интересно, то всех вас жду с удовольствием. Мабуддала, до следующей встречи!